Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» атаковали военную базу в Сомали. В результате погибли по меньшей мере 6 солдат и 10 нападавших. Об этом сообщили местные информагентства со ссылкой на армейские источники. По данным террористов, убиты не менее 15 солдат. Сообщается, что экстремисты на некоторое время захватили контроль над базой, но прибывшие позже войска выбили их оттуда. Напомню, в Сомали базируется связанная с Аль-Каидой экстремистская группировка «Аш-Шабаб». Ее боевики ведут вооруженную борьбу с правительством страны и периодически устраивают вылазки в соседние государства.